Выполняя качественно неравные условия труда в разной степени, удовлетворяя общественные потребности, люди иногда оказываются заняты экономически неоднородным трудом. Я напоминаю, что эта тема будет обязательно вопросом контроля работы. Это понятно? Циренов! Да-да-да, я знаю. Че? Блин, смотри, как она классно поет, как я с ней бороться буду. Удачной репетиции. Спасибо. Вот коза. О, уже неплохо. Я давно тебя ждала, будто что-то из груди потеряла. Если ты меня найдешь, поцелуешь, заберешь свой большой зеленый мир океаны. Я расплачусь, как дитя. Посмотри, к тебе летят гуси, лебеди мои. Все уже забили на нее. Аштигурина какая-то неправильная тёлка. Ну там, на бабло не ведется там. Кири, что зависит-то? Влюбился, что ли? Творческая вся такая, песни поет. И что, я тоже так-то творческий, я рэп читаю. Нам нужен человек, который посмотрел бы на что-нибудь со стороны. Зачетно.